Всем привет! Сегодня я снимаю обзор попкорна со вкусом сыра для приготовления в микроволновой печи. В моем обзоре участвуют 4 образца. Первое — это попкорн Blockbuster, изготовитель ООО «Современные технологии». Второй образец — попкорн от ООО «Фабрика Урал Экспресс». Третий образец — попкорн сырный от торговой марки «Глобус», производитель ООО «БЛК». Четвертый образец — попкорн Just a Moment, производитель также ООО «БЛК». Все образцы попкорна упакованы в бумажные пакеты, которые необходимо разогреть в микроволновке. В зависимости от мощности микроволновки разогрев занимает от 2 до 4 минут. Приступим к приготовлению. Итак, все образцы попкорна приготовлены. Приступаем к дегустации. Пробуя разный попкорн, честно говоря, я не ощутил какой-то большой разницы. На мой вкус, все представленные образцы абсолютно одинаковые. Так что при покупке данного продукта я буду ориентироваться на цену. Какой продукт дешевле, такой и буду покупать в дальнейшем. Вот и все. Спасибо за просмотр.